4 эффективных способа удаления и профилактики черных точек. Мы привыкли думать, что черные точки появляются только на лице. На самом деле они могут возникать на любой части нашего тела. Со стороны они похожи на грязь, прилипшую к коже, но все несколько сложнее. Комедоны становятся черными из-за процесса окисления, когда забитые поры подвергаются воздействию воздуха. Эдми подготовит для вас список эффективных средств борьбы с черными точками, чтобы наконец получить чистую кожу своей мечты. А в самом конце видео вы узнаете, что делать, чтобы черные точки больше никогда не возвращались. Очищение. Маска из яичных белков. Возьмите 2 яйца и отделите желтки от белков. Затем аккуратно нанесите белки на лицо так, чтобы они легли на лице тонкой пленкой. Оставьте маску на 2 минуты, чтобы она полностью высохла. А затем нанесите еще один слой яичных белков. Теперь оставьте маску на лице на 20 минут. После этого умойтесь теплой водой. Белки стягивают поры и избавляют кожу от лишнего сала, делая ее гладкой и чистой. Маска из меда и корицы. Смешайте половину чайной ложки корицы и 1 чайную ложку меда. Аккуратно втирайте полученную смесь в кожу круговыми движениями в течение 3 минут. В то время как корица действует как природный скраб, мед извлекает грязь из пор и работает как антибиотик. Паста из пожитника. Смешайте пожитник с водой в блендере и полученную пасту нанесите на лицо. Оставьте на коже на 10 минут, а затем смойте прохладной водой. Отшелушивание. Скраб из лимона, йогурта, меда и соли. Смешайте сок лимона, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку йогурта и немного меда. Нанесите скраб на зону с черными точками. Втирайте массу в течение 3 минут, а затем умойтесь теплой водой. Скраб из молока и мускатного ореха. Смешайте 1 чайную ложку молока, лучше молочной сыворотки, и молотый мускатный орех, чтобы получилась паста. Нанесите смесь на лицо и, осторожно втирая ее в кожу, удалите всю грязь из пор. Продолжайте массировать в течение 3 минут, а затем умойтесь теплой водой. Отшелушивающий эффект мускатного ореха и питательное воздействие молока сделают вашу кожу чистой и сияющей. Скраб с пищевой содой. Этот продукт можно найти на любой кухне. Смешайте пищевую соду с водой, чтобы получилась паста. Аккуратно нанесите ее на лицо и втирайте круговыми движениями в течение 5 минут, затем умойтесь. Также вы можете оставить пасту на лице на 10 минут и только затем смыть ее водой. Пищевая сода – это натуральное отшелушивающее средство, а ее гранулы очищают кожу от омертвевших клеток. Химические средства. Крем с ретиноидами. Эти кремы богаты витамином А, который помогает коже восстанавливаться и препятствует выделению кожного сала. Его рекомендуют использовать 2-3 раза в неделю. Очищающие полоски от черных точек. Полоски – один из самых простых способов избавиться от черных точек. Они покрыты суперклейким составом, который высыхает при соприкосновении с кожей лица. Подождите 15 минут, пока полоски подсохнут, а затем быстрыми движениями отклейте их. Черные точки останутся на полоске. Перед тем, как приступить к процедуре, очистите лицо одним из вышеупомянутых средств. Гель для лица на основе салициловой кислоты. Нанесите гель на пораженные участки тонким слоем и оставьте до высыхания на 30 минут. Затем умойтесь теплой водой. Салициловая кислота растворяет омертвевшие клетки, а также удаляет сало и грязь из пор, тем самым избавляя вас от черных точек. Другие методы. Экстрактор комедонов. После того, как вы очистили кожу, поднесите колечко экстрактора к комедону, затем слегка надавите и проведите колечком вниз. Таким образом, угорь выйдет из поры. Не нажимайте слишком сильно, так как это может повредить кожу. После того, как вы удалите черные точки, не забудьте снова очистить лицо и экстрактор. Мануальная чистка. Вначале очистите кожу с помощью скраба. Затем нанесите маску астрингент на пораженный участок. Используя марлевые тампоны, аккуратно сожмите кожу вокруг комедона, чтобы вытащить его. Когда вы удалите все черные точки, умойтесь и нанесите маску астрингент снова. Бонус. Профилактика черных точек. Если на вашей коже есть черные точки, значит, ваши поры загрязнены. Не забывайте регулярно очищать кожу, умывайтесь теплой водой, чтобы избавиться от грязи и излишков кожного сала, который забивает поры. Используйте средства для умывания и тоники с нейтральным pH, содержащие салициловую кислоту. Они сохраняют кожу чистой и препятствуют высыпаниям. С
Снимайте макияж перед сном. Декоративная косметика забивает поры. Всегда очищайте лицо на ночь с помощью тоника и средства для снятия макияжа. Принимайте душ после физических упражнений. Пот привлекает бактерии и провоцирует выделение кожного сала, что приводит к появлению черных точек. Так что, если вы вспотели, обязательно сходите в душ. Удаляйте излишки кожного сала с лица. Если у вас жирная кожа, используйте специальные средства, подходящие именно для вашего типа лица, чтобы избавиться от себума. Они удаляют не только сало, а также и бактерии и омертвевшие клетки, причину появления черных точек. А вы знаете другие домашние средства, которые помогают избавиться от черных точек? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал и присоединяйтесь к Admi.